Софи вообще-то книжки читают, а не грызут. Да что вы говорите? Хватит! Вот мой подарок. Носки? Серьезно? Носки на день рождения. Скажи спасибо, что не какашку, как на другой дыре. Желтые носки, это прикольно, это классно. Да уж, Юмичу. Где мой торт? Сейчас принесу, тут еще для тебя куча подарков от всех. Спасибо. Миш, а ты чего такая мокрая? Вот большой и страшный нож. Привет, ты на канале Magic Pets, я Эйвен. А я Софи, его сестра, и сегодня мы встали очень рано. Потому что сегодня день рождения у Миши. Миша моя жена. И моя приемная мама, я покемон Юмичу. Сегодня 8 февраля, и у нее день рождения. Но видео выйдет. Как только Аня его смонтирует. Так что может быть у тебя сегодня не 8 февраля. Да, и сегодня мы будем ее поздравлять. Готовить ей подарки. И главное, вкусный торт. Так что ты давай подписывайся на наш канал и ставь лайк Мишке, пока она не проснулась. И пиши ей в комментариях поздравления, потому что они попадают в видео, видишь? Мы вот ради нее очень рано встали, так спать охота. Но все-таки у нее день рождения, и мы должны ее поздравить. Да. Так рано мы давно не вставали. А теперь надо позвать Аню, чтобы она нам помогла. Аня, 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 приходи, Аня, 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 просыпайся, приходи. Какие еще подарки? Блин, как я, киса Алиса, могла забыть про Мишин день рождения? Что теперь делать? Надо что-то придумать. Я тут. Доброе утро, ребята. Аня, 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 сегодня у Миши день рождения. Софиш, да я помню, сегодня же 8 февраля. Да, зови скорее нашего суриката, где он спит? А ты о чем, Юмичу? Я про кокосика суриката. Ну, который вот так вот сидит на задних лапках. Новый питомец. А, я поняла, о чем вы. Да, мы про новое видео на канале Magic Family. Новая рубрика «Необычные питомцы». Где ты показывала семью сурикатов. Ань, а это оставь ссылку внизу в описании на новое видео. Ну ты знаешь где, вот там, под видео. Хорошо, 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 я оставлю, не наваливайтесь на меня. Ань, а когда мы увидим уже нашего суриката? Да, мы уже хотим познакомиться с ним. Тихо, ребят, пусть мэджики сначала сходят и посмотрят ролик. И все сами поймут. А я сижу по команде сурикатик. Ань, слушай, а ты-то сама подготовила подарок Мишане на день рождения? Конечно. Ну вот, никто не забыл про подарки, кроме меня. Может, ей эту кофточку подарить? Нет, она уже чья-то. Так, думай, киса Алиса, думай. Где найти подарок? Я подготовила для Мишки вот такую вот игрушку. Такая вот милая пищащая клубничка. Это будет ее личная игрушка. Я уже очень давно пытаюсь приучить ее играть игрушками. И надеюсь, у нас все получится. Аня, а можно мне эту клубничку? Нет, мне! Она розовая, это мой цвет. Девочки, перестаньте, это же Мишин подарок. Вот именно. Ну, пожалуйста, Ань, ну она такая прикольная. Нет, моя будет. Эй. А ну, покемон, верни быстро. Нет. Юми, жадина, верни клубничку. Нет, не верну. Аня, это же Мишин подарок, поругай ее. Сама хотела его забрать. Так, все, Юмичу отдай. Мне. Хватит ссориться и говорить глупости. Она же ваша семья, разве можно менять подарки или отбирать их? Да, Аня права. Да, похоже, мы прокосячились. Да уж. Давайте, ругайтесь подольше, чтобы у меня было больше времени придумать подарок. Думай, голова кисы Алисы, что это может быть? Так, Ань, смотри, это мой подарок. Косметичка фламинго? Нет, ты открой, посмотри, что внутри. Я там столько всего для Мишани приготовила. Ну, покажи уже. Открывай, Ань. А косметичку с фламинго ты тоже ей подаришь? Ну да, а чего? Ничего, просто это моя косметичка, ну ладно. Ань, ну это не важно, важно же, что внутри. Давай, открывай, я такой ей гламурный набор приготовила. Для настоящих девочек. Прости за косметичку, просто я не нашла ничего, куда это все влезет. Ладно, так. Эта сумочка очень похожа на твою гламурную сумочку на цепочке. Да, просто Миша всегда хотела такую же сумочку, как у меня. И я подумала, что ей понравится. Да, это классная идея, молодец, Софиша. Ничего себе, и это еще не весь подарок. Я должна придумать что-то классное. Может, трусы? Нет. Давай, Ань, высыпай. Покажу, что я Мишке на дыре подготовила. Ого, ничего себе, столько всего. Тут целых 3 помады для Мишки. Не думаю, что моей жене нужно краситься, она и так красивая. Ой, Эйвен, отстань, ничего не понимаешь. Она же девочка. Вот вечно тетя Софи с этим, ты же девочка. А вдруг Миша, например, откроет свой бьюти-канал? Это точно, Софиш, ты просто решила завалить Мишу такими подарками. Солнечные очки. А вот это прикольно, покажи, как смотрится. Гламурненько? Да, очень прикольно. Я думаю, на Мише будет даже лучше. Это же не настоящая помада. Ну и что? Вот и я подумала, не будет же собака красить губы. Но не стала тебя расстраивать, а это на самом деле ручки, Софи. Ну и все равно они гламурные. Это да, может быть Мише и пригодится. А что собаке губы красить нельзя? Ну вы же собаки, Софи. Вот вечно ты же собака. Давайте скорее, а то еще наши подарки. Да, Софиш, твой подарок очень большой, чего тут только нет. Реально, Мишане осталось только завести свой бьюти-канал. Тут самые разные массажечки и расчесочки. Да, она может показывать, как
делает разные прически. И да, Софиш, у тебя, как всегда, отличный вкус. Все подобрано и по цвету, и по стилю. Вот такой гребешок есть, еще один маленький гребешочек. Ань, я видела, ты не мне показывай. А, ну да. В общем, очень много самых разных расчесок. Даже вот такая черная черепок. Это, между прочим, Monster High. 7, точнее 8 с этим гребешком расчесочек. Отлично. Что еще ты тут приготовила для Мишани? Давай посмотрим разные зеркальца. 1, 2, 3 и 4 разной формы. Я думаю, Мишане это понравится точно. А вот это, Софи, по-моему, не зеркало. Ну и что, это для декора. Хорошо. Это слишком много подарков. Особенно, когда у тебя вообще ничего нет. Может, муху поймать ей подарить? Нет, дурацкая идея, дохлая муха на день рождения. Эй, моя сообразительность, ты где? София, а что это у тебя там такое? У тебя еще что-то есть? Да, кольцо. Ну-ка, дай-ка мне его. Что за кольцо? Это тоже подарок для Миши. Попробуй его надеть себе. Там написано Magic. Только на мизинец налезла. Ого, точно, кольцо с надписью Magic. А куда Миша будет его надевать? На лапку. А, прикольно. Ну все, надеюсь, уже твои подарки, Софи, закончились. Эй, Вин, ты чего, обижаешься? Ну, просто у меня не такой большой подарок. Я не виновата, что вы плохо подготовились. Ой-ой-ой, тетя Софи, а это что такое? Что это такое, Эйвен? Это мой подарок, не трогай. Я долго старался и выбирал. Че, серьезно? Книжка? Софиш, ну перестань, ничей подарок не хуже. Давай посмотрим, Эйвен. Это большая толстая книга. Да, я вижу. Почему ты решил подарить Мише книгу? Потому что ей надо больше развиваться, побольше читать. Книга всегда хороший подарок. Антон Павлович Чехов, «Избранная». Сейчас откроем, посмотрим, и правда ли там текст? Конечно, текст. Ань, ну это же книга, смотри, какая она толстая. Я вот лично, как Эйвен, считаю, что книга – это хороший подарок. Сейчас я ее попытаюсь распаковать. Мог бы хотя бы в бумажку завернуть красивую. Ой, Софи, слушай, ты со своими гламурными штучками. Ладно, ладно. Может быть, правда, книга – неплохой подарок. Но ты все равно иногда бываешь занудой. Я не зануда, я просто умный. И вся эта ерунда мне ни к чему. Зато Миша к чему, она же девочка. Фух, я ее распаковала. Реально самая настоящая книга, только мини. Ань, ты что, меня за дурака держишь? Нет, ну просто это так необычно. Я бы не подумала, что бывают такие маленькие книжки. В ней даже есть странички красным написанные и текст. Такие книги иногда берут в путешествия. Да, никогда до этого не догадывалась. Тут, кстати, есть вот такая вот прикольная закладочка, золотая. Можно закладывать странички на том месте, где остановился. Я думаю, что девочкам тоже стоит дарить книжки. Иначе они будут глупые, если дарить им только гламурные штучки. Эйвен, хватит оскорблять мой подарок. Ты же мой оскорбляешь. Ребята, не ссорьтесь. У всех классные подарки. У всех классные подарки. Блин, кроме меня. Давайте супер глаза Лизы, ищите подарок. Мозг Алисы, думай. О, кажется, у меня есть идея. Отлично. Придумала. Ладно, Эйвен, ну прости меня. Ну, может быть. Ах, вот ты какой. Эйвен, где ты был? Что это у тебя за розовый пух на носу? Гламурный пух. Да уж, от тебя несложно заразиться, Софи, гламурностью. Да что ж вы сегодня такие ворчуны. Отличный подарок, Эйвен. Можно я его погрызу? Софи, вообще-то книжки читают, а не грызут. Да что вы говорите? Вообще-то, если ты забыла, Эйвен... Хватит! Вот мой подарок. А, Юмичу, что это такое? Это носки. А, носки? Да, а чё? Все, кто не знает, что подарить, дарят на день рождения носки. Я думала, мальчикам дарят носки, если не знают, что подарить. Настоящие покемоны дарят носки. Носки – это полезно. Носки всегда пригодятся. Ну, вообще-то ты права. Носки, серьезно? Носки на день рождения? Скажи спасибо, что не какашку, как на другой дыре. Так, ребят, хватит уже. Нормальный подарок носки. Давайте скорее посмотрим, а то Миша уже скоро проснется, а мне еще торт надо делать. Чё, серьезно носки? Серьезно, носки? Да, носки. А чё такое-то? Желтые носки, это прикольно, это классно. Да уж, Юмичу, носки на день рождения. Ну, серьезно, хватит уже. Носки это нормальный подарок, отличный. Чё, правда, да? Хороший подарок на носки. Прекрасный подарок, покемон. Милые желтенькие носочки для Мишани, чтобы ей было тепло зимой. Аня, я тоже нашла подарок для Миши. В каком смысле нашла, киса Лис? Это же шар Лол Пэтс. Да. Так нечестно, киса Алиса небось украла его из какой-нибудь посылки. Эйвен, а вы типа сходили в магазин и сами подарки купили? В нете заказали. Ага, я вам так и поверила. Ладно, ребят, все, отлично, у всех есть подарки, я побежала готовить торт. Алис, признавайся, где Лол Пэтс сперла? Ничего не перла, сама сделала. Ага, конечно, киса Алиса, так нечестно. Может, его распакуем?
Я измельчила наш корм в блендере, и получилась мука из корма. Добавила водички, каплю растительного масла, все собаки его очень любят. Теперь из этого теста сформирую на тарелочке тортик. Помажу нежирной сметанкой, как будто это крем. А теперь украшу красивыми собачьими вкусняшками. Конечно же, не человеческими, потому что человеческие сладости собакам ни в коем случае нельзя. Ну что ж, Мишкин тортик на день рождения готов. Смотри, Софиша. Да, круто. Мишу мы уже разбудили, и она пошла гулять на улицу в туалет. Ох уж эти взрослые, к чему вечно такие личные подробности? А вот и Миша вернулась. Поздравляем с днем рождения! Да, с днем рождения поздравляем Мишу, и вы тоже поздравляйте. А где мой торт? Сейчас принесу. Тут еще для тебя куча подарков от всех. Спасибо. Миш, а ты чего такая мокрая? А, почему-то на улице зима, идет дождь. Вот большой и страшный нож, давайте уже резать торт. Да, Миш, мы, как всегда, всей своей волшебной семьей, я думаю, Мэджики, тоже поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого лучшего и, главное, здоровья. Скорее. Сейчас я его разрежу на 4 кусочка для вас всех. Мишка, мы пока что поздравляем тебя, потом откроешь наши подарки. Ага, спасибо большое, скорее бы тортик поесть. Да, мы тебе тут подарки приготовили все, и Аня тоже, и Кисалиса. Да, спасибо, как только тортик поедим, мы обязательно посмотрим ваши подарочки. Так, покемон Юмичу, твоя порция. И Васик, это твой кусочек большой для мальчика. Ой, штатив в кадр попал. А мне? Я чего, зря подарки готовила? Вот, Софиша, и твой кусочек тоже. А Мишанин кусочек оставим прямо на красивой тарелочке. Ох, спасибо вам всем большое, можно уже кушать. И еще раз поздравляем все тебя с днем рождения, Мишка. Расти большой, не будь лапшой. Жалко мне собачий тортик нельзя. Я тебе потом сметанки дам, хорошо, Алис? Ладно, а ты давай иди смотри ролик на канале Magic Family, где там эти, как их? Сурикаты. Сурикаты, очень необычные питомцы. У нас тоже такой будет? Тихо.